Всем привет, пацаны! Напоминаю, что я играю и снимаю на проекте WolferP, но не спешите скипать этот момент, потому что за мой промокод хэштег Лепард вы получите помимо обычных бонусов от сервера, также бесконечные материалы, кучу виртов, лично от меня. Все, что вам нужно, чтобы получить эти приколы, это просто зарегистрироваться на промокод, сделать скриншот, то, что вы зарегистрировались, скинуть мне его во ВКонтакте и апнуть третий уровень. Все. Я закидываю вас в конфу, и вы получаете материалы, драксы. Ну и также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ну и все вот эти вот питейские дела, так скажем. Лаунчер можете скачать по ссылке в описании. Ну и всем приятного просмотра и пока. А что с попаданиями моими? Ебать. Вы меня вообще с трех сторон решили зажать? Невыгодная позиция у меня. Я долбоёб. Хорошо, что он застанился. Добил, все отлично. Два раза застанился парень, как ему не повезло. Хорошо. А если я так сделаю? А, слишком высокая скорость. Гений получается? Мартин. Подожди, а у тебя дом не рядышком? Или я тебя не убивал еще? То у вас у всех аксессуары? Ебать, я не попадаю вообще. Ух ты, нихуя. Пошел. Ух ты, блин. Ладно, они глупые. Они, скорее всего, будут пушить. Если они будут пушить, я здесь смогу что-нибудь... Блядь, шансов нет. Проебали. Ух ты, блядь. Ух ты, дурак. Какой дурак. Как зафейлил сейчас. А ты шутник. Так, что мне делать? У меня нихуя нету хп. Ну ладно, здесь просто проклятая позиция для них, наверное, какая-то. Один сбитый выходит, второй кувырок делает зачем-то, вместо того, чтобы дать тычку. Не, это можно выиграть, если мы толпой сразу завалимся и я всех убью. Тогда шансы будут. В противном случае нет. На толпой будет заехать. Ну да, чел правильно говорит. И хоть и больше, но и стреляют они лучше, чем моя банда. Но шансы есть. Мартин, Мартин. Ну а нахуй! Ебать! Как быть? Надо быстренько вот этого. Помогай. Помогай. Ты убегал от меня, но я тебя настиг все равно. Братанчик. Я помогу. А вот этого, знаете, как запушить надо? Вот так просто. Берем. Шик. И все. 13 секунд, подождите, подождите, в квадрат, срочно, срочно в квадрат. Бля, проебали. Зато кап получился интересный, достаточно. Сколько тут? 44 на 8, бешеный, бешеный парень.